Ва, Робо, ты самоксачанцу. Старая кошелка, ты что, убить меня собралась? И ты еще имеешь наглость заявляться домой? Дома лучше всего. С ума сошла. Зачем ты это делаешь? Да так. Ты ведь ушел, не сказав ни слова, как будто я не существовала. Да, я это заслужил. Вещи ломаешь, они денег стоят. Я рада, что ты заявился, а то ко мне приходят только твои кредиторы. Ты обосрался, а мне тебе задницу подтирать? Я старый, мне лекарства нужны. Сейчас я тебя вылечу. Если дерешься метлой, знай, что это принесет несчастье в дом. Я из тебя котлету сделаю. Развлекаешься? Черт тебе, а мне не прислал ни цента. Я что, воздухом тут должна была питаться? Я не виноват. Пусти меня, пусти. Я тебе задам. Я же посылал тебе деньги. Так от чего ж ты тут голодала? Ублюдок, отпусти меня. А ну перестань. Опять ты. И ты здесь. Оставь в покое мою мать. Перестань. Это твой отец. Что? Мой отец? Ну, скажи, кто он, отец? Заткнись. Ты что, всех взрослых мужчин называешь отцами? Теперь понимаю. Значит, ты тут нагуляла? Чего нагуляла? А, ты думаешь, я тебе изменяла? С ума сошел. Псих, он мой приемный сын. Приемный сын? Вот этот урод, могла бы выбрать кого-нибудь поумнее. Да ты что, он парень честный.